Вот красота, весь парк в одуванчиках, буквально весь. Вот если вы посмотрите, вот там полянка одуванчиковая. Он же одуванчик даже лечебный. Я даже об этом не знала, в интернете посмотрела. Да. Особенно в наше время система пищеварения, когда у людей проблемы. Хорошо, для желчного, да, вот пузыря. Вот я почитала в интернете, очень польза большая. Просто мы забыли народные средства. Бабульки наши, вот моя бабулька моя прожила 85 лет. Она ничего такого не употребляла, никакой химии. Во время простуды малина, варенье, смородина. Я не помню, чтобы бабушка таблетки пила. Это уже у нас в глубокой старости заболела сахарным диабетом на нервной почве. Дом, когда ее снесли, который немцев пережил, бомбежки пережил. А потом снесли, дали ей квартиру. Вот тут бабушка в таком была стрессе глубочайшем. Дом был на века построен, добротный дом, хороший. Но городу нужны были территории под застройку. Построили многоэтажные дома на том месте. Вот. Непонятно, для чего это было сделано в то время. Тронули вот так, прямо такую грибницу, вот так вот. Сады такие были ухоженные. Дома такие хорошие дома были. О, какая красота! Это же прямо рай. Красота. Это прямо сказка. Целая поляна. Побольше бы вот делали парком в городе, да? Чтоб ты шел, чтобы на каждом шагу были маленькие парки. Чтоб ты сел, посидел. Лавочек мало в городе, чтоб вот посидеть. Вот хорошо бы лавочки, чтобы везде были. Идешь вот, ну как бы вот я молодая, но после ковида очень стала так уставать. Вот чувствую, что усталость какая-то. Когда это пройдет, я не знаю. А это же, я представляю, пожилые вот идут люди. Несут сумки из магазина, вот некому им там помочь. И смотрю, как они идут, а лавочек нет. Приземлиться некуда стареньким людям. Так вот, как в парке, вот так лавочки по всему городу должны стоять, правда? Да, везде бы поставили побольше лавочек.